Позже наша героиня признается, она впервые в жизни побывала в салоне красоты. Сердечко билось от приятного волнения. Такой подарок в день рождения очень приятен. И вот образ готов, но на этом сюрпризы только начались. Катенька, солнышко-то наше, мы пришли поздравить тебя с днем рождения. И вот этот медвежонок, он символичный. Чтобы у тебя жизнь была вот такая ягодно-сладкая, чтобы сердечко у тебя было с любовью, и чтобы рядом с тобой всегда были люди с добрыми, щедрыми и с любовью, с сердцами. О том, что у Кати много друзей, она узнала в день благотворительного марафона, когда десятки отзывчивых людей начали перечислять на карту ее мамы деньги, так необходимые для реабилитации Кати после серьезной многочасовой операции на открытом сердце. Даже спустя неделю после марафона средства продолжают поступать. Вот это сейчас сумма на карте, плюс завод 30 тысяч нам передал. Они приезжали к нам, и Кате вручили конверт. Коксогазовый. Три дня работала благотворительная ярмарка в торговом центре «Ларец». Местные рукодельницы представили самые разнообразные поделки, бижутерию, вязаные изделия, картины, которые видновчане с удовольствием покупали, тем самым помогая Катюше. За три дня, то есть вторник, суббота и воскресенье, получилось 10 502 рубля. Я безумно всем благодарна. Столько внимания, столько доброты, столько щедрости, столько таких вот теплых эмоций. Да, люди открыли свои души, свои сердца. В день рождения с подарками прямо в салон красоты «Марафет» к Кате пришли добрые женщины из торгово-промышленной и общественной палат, общества инвалидов и сообщества «Пробизнес». Хозяйка салона красоты Светлана Федотова тоже поздравила именинницу. От салона «Марафет» мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе самое главное здоровья, ну и быть счастлива, расти, не теряй свое детство, немножко тебе продуктов красоты, поскольку все-таки салон красоты. Надеюсь, тебе понравилась прическа, мы хотели бы создать очень приятное настроение. Держи. Днем рождения. Днем рождения. Днем рождения. Я почувствовала себя просто королевой. Спасибо большое всем. За такую доброту, щедрость, отзывчивость я вообще такого не ожидала. Телеканал «Видное ТВ» поздравляет Катю с днем рождения и желает ей здоровья, радости и исполнения самых заветных желаний. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».